Здорово, парни. И добро пожаловать на очередной разбор новой схемы 4.4.2. Я помню, что мы по ней уже проходились разок, но это было до нескольких патчей, когда игра только выходила. И то, как она выглядит на сегодняшний день, то, что я с вами буду сейчас делиться, показывать, кардинально отличается от того, что было тогда. Эта схема... На сегодняшний день не сказать, чтобы моя любимая, речь не про 4.2.4, это изначальная расстановка, будет перестройка. 4.4.2 это сейчас, наверное, самая часто используемая схема вообще среди игроков в FC, и она нацелена максимально на результат. Но надо понимать, как ее настраивать, как играть по ней, потому что просто настроить этого мало. Вы можете настроить как угодно, зайти там посмотреть, как киберы играют, чемпионы мира, чемпионы там Лиги чемпионов, поставить ровно такие же настройки, там Steam Gully, то просто зашли, люди любят такое, знаешь, скопировали и погнали, а нихера не получается, потому что мало поставить задачи, ты еще должен понимать, окей, ты поставил задачу, а что эта задача сулит, что она несет в себе, и как вообще по этой схеме надо играть. И надо понимать, что 4-4-2 это игра про фланги. Это задвоенные фланги, это минимальная игра через центр, от центра мяч буквально должен отлетать в 1-2 касания. Больше, тем более, вам не дадут делать, с учетом, что у меня вообще в центре даже два созидателя, у меня нету даже разрушителя по этой схеме. По составу, опять-таки, я собрал ее как раз-таки под эту VL. Я отыграл сначала 10 матчей отбора. Если вам кажется, что я уставший или не выспавшийся, вам не кажется. А я 12 часов днем как бы походил, поработал, потренировался, людей с людьми на индивидуальных тренировках занимался, а потом вечером хотел отыграть всю VL за раз, потом оказалось, что я вообще даже не отбирался туда, и пришлось часов 6-7, там 6.5 сидеть и отыграть 6-30 матчей подряд. По итогу сегодня мы с вами пройдемся по 4-4-2, с которым я отыграл отборы на VL, а завтра мы с вами пройдемся уже по схеме 4-2-4, с которой я уже отыграл всю VL. По результатам, опять-таки, я понимаю, когда я ставлю эту схему, я понимаю, что я буду играть максимально на результат. Я знаю, что результат будет максимально удовлетворительный. Если вас интересует именно результат, то приятного просмотра. И еще, очень-очень-очень сильно повезло мне, что в наградах сегодняшнем видео и особенно в завтрашнем видео. Поэтому огромная просьба, поддержите, пожалуйста, это видео лайком, если вам понравится. И по лайкам я уже пойму, стоит ли мне следующую всю ночь сидеть и монтировать для того, чтобы завтра уже с утра выпустить для вас следующую схему 4.2.4, потому что ее очень много просили. Ну а перед тем, как начать, переходим на сайт нашего сегодняшнего спонсора foodlab.ru. И с учетом того, сколько СБЧ на сегодняшний день доступно в игре, можно все эти СБЧ легко собрать с помощью сайта foodlab.ru. Переходим в раздел ИПК и получаем все необходимые сборки. Если у вас у самих возникает проблема и хочется сделать все максимально быстро, нажимаем на необходимые нам СБЧ и получаем адекватное решение по минимальной стоимости. Выбираем тот вариант, который вам подходит, и просто копируем состав. Также на сайте есть все последние новости, статьи, обзоры на игроков, а также список популярных игроков на сегодняшний день в игре, например, Рональдиньо, не помешало бы, согласитесь. Все доступные индивидуальные характеристики, необходимая информация, а также позиции, на которых его можно использовать лучше всего. Ссылка на FootLab в описании. Этот сайт ничем не уступает иностранным аналогам по функционалу. Приятного пользования. Ну, а мы продолжаем. Итак, давайте начинать, и начнем мы с тактикой схемы. По составу, опять-таки, мне выпал Best, выпал он мне как раз таки за базовую икону, в третьем последнем пике, до этого не везло. И состав я подсобрал, в основном хотел использовать, то есть взять, попробовать, как себя чувствует Роналду в игре, потому что я понимаю, что он... такой, знаете, завершало исключительный игрок, которому надо довести в штрафной мяч.
и он за тебя все сделает. Неймар тут просто по линку зашел из этого состава, буквально три непродаваемых игрока, ну, продаваемых точнее, это Канселу, это Ван Дайк, которого я взял, и Роналду. И честно скажу, что после того, как я отыграл эту ВЛ, у меня три человека из этого состава идут на выход, потому что на место них по итогам всей ВЛ я поймал игроков прям в основу, на каждую позицию. Поэтому, опять-таки, поддерживаем и дальше наслаждаемся дропом. Что касается тактики и задач, двигаемся к тактике, переходим сразу. Как и говорил, что изначально выглядит 4-2-4, просто с нее мне легче перестраиваться, потому что у Беса условно нету позиции ПП, он ПФАшник. Перестраиваемся и помним, да, что мы должны иметь несколько готовых тактик для сбалансированной. То есть, если вы играете широкой схемой 4-4-2, условно, у вас должна быть какая-то узкая схема, в которой вы можете перестроиться, если вы видите, что через фланги невозможно идти, или соперник тоже играет очень широко. Соответственно, у меня есть базовая 4-4-2, в которой я перестраиваюсь. Если я понимаю, что не идет, я чуть сужаю, играю в 4-2-1-3. Если надо защитить счет последние 5-10 минут, я перестраиваюсь в 5-3-2. Если надо идти добивать соперника последние 10 минут, возвращаться, делать камбэк, то это 4-2-4. Поэтому по этим тактикам выходило уже видео на канале. Возможно, повторим уже по актуальным данным. Что касается тактик и задач. Защитный стиль, баланс и тут самое главное. Ширина 45, глубина 60. Да, я очень много рассказывал, и сейчас вообще очень популярно постоянно с поводом или без ставить постоянно 71 глубину. Я решил отойти от этого, больше не хочу. Больше не хочу, хочу поиграть на 60 глубине, тем более это просто зональная защита. И зональная защита включается, по сути, как только вы поднимаете глубину выше 45. От 45 до, по сути, бесконечности, это уже зональная защита. Чем выше вы поднимаете, вы, по сути, просто увеличиваете давление своей команды. Они как на 60 прессингуют, так и на 71. Просто на 71 прессингуют, они не тратят стамину. Они в два раза больше поднимаются, что рискованно, потому что оголяет зоны. А я решил просто вручную буду все это делать, поэтому 60, если честно, вам тоже рекомендую. Розыгрыш, баланс и голевые моменты, прямые пасы. Всегда играл на балансе, вы видели, по сути, во всех моих схемах. Здесь же я решил, раз мы делаем максимально атакующую метовую схему, то именно прямые пасы, для того, чтобы мои игроки в атакующей зоне делали рывки. Остальное не трогаем, единственное, штрафные на один ставим, угловые у меня на два, у меня нет нужды подключать, например, ставить 4 палки для того, чтобы на дальку забегали, потому что я зачастую через ближку забиваю эти самые угловые. Дальше двигаемся по задачам, и по задачам, по сути, тут ничего нового. ЛЗ, Баша у нас сбалансированная атака, то есть она подключается у нас к атаке, и забегание стоит тип, для того, чтобы она с внешней стороны за Беста заходила. То же самое хотел бы я сказать про Жоао Канселу, но он остается сзади. Он остается сзади, потому что я не могу себе позволить подключать обеих КЗ, сзади будет жопа. Подключаем самого атакующего, как вы считаете, своего КЗшника. В данном случае Башу обязательно надо подключать с Йота навесами. Жоао Канселу остается сзади, но поверьте, он очень много пользы принесет. И когда надо будет, он будет подключаться. Просто я буду это делать вручную, для того, чтобы он не улетал. Что касается центральных полузащитников, оба оставаться сзади и закрывать центр. Оба, и ЛЦП, и ПЦП. Их задача строить игру, но строить игру не у чужих штрафных, ну, не у чужой штрафной, а из глубины. То есть два глубинных плеймейкера, по сути. Без разрушителей играем. Что касается крайков. Слева у нас стоит Бест. Я хотел изначально его вообще перестроить на форварда, но так как взял Роналду, уже место, к сожалению, Бесту не осталось в атаке, и он у меня с фланга, тем более у него есть золотой трейд на дриблинг как раз таки, точнее на техничность, и он отлично себя тут чувствует. Ему ставим вернуться в защиту, врываться в штрафную, вернуться в защиту для того, чтобы как только потеряли мяч, он сам тянулся вниз, и если я посчитаю нужным, что ему надо встречать, я вручную перестроюсь и подключу его атак. Вчетвером мои атакующие возвращаются назад. Врываться в штрафную для того, чтобы он не просто бежал к угловому флажку, а резал, как только поднимается до штрафной угол в штрафную площадь. И
ставим, замыкать навесы в штрафную для того, чтобы когда Неймар с мячом заходит сюда или же Жоакансоло заходит сюда, этот Бес стоял не здесь, а замыкал дальнюю штангу под навесики. То же самое касается Неймара. Если переходим на него, видим, что абсолютно те же самые показатели стоят у них. Вернуться в защиту, врываться в штрафную и замыкать навесы в штрафную. Двигаемся дальше. Что касается наших форвардов, Холланд, так как высокий, он всегда у меня играет роль столба. И оставаться в центре, так как он столб, так как он скидывающий, так как у него не хватает ни ловкости, ни баланса, ни скорости, будем откровенны, то его задача оставаться в центре, не смещаться во фланге, а играть за спинами ЦЗ-шников. То есть он заходит за спину, ждет передачу, все. Он не забегает, он просто играет таргетмена. Остальное не трогаем. Что касается второго форварда Криштиану Роналду, то он играет на сбалансированной атаке. И все, что мы делаем, это мы просто ставим вернуться в защиту для того, чтобы он тоже со спины опорников грузил. Все, больше ничего, только вернуться в защиту. По задачам, по сути тактикам, все, что касается амплуа, просто все стоит на Пирло, потому что у него лучше, ну у него перк стоит на как раз таки дедбол. Закрутки в команде очень полезно иметь такого одного игрока. С тактикой и задачами закончили, и дальше будем идти двигаться к матчу. Но до этого хотел бы сказать, что перед тем как начать отбор, я открыл буквально вот три набора на героев вышло. Я собрал один и очень боялся, что не повезет. Я в Телеграме поделился сразу результатом. Выпал Маркизио. Выбор там был между Маркизио и каким-то говнарем, но объективно Маркизио. Но, к сожалению, даже несмотря на то, что он стоит 270 тысяч, он в состав мне никак не входит. С учетом, что у меня и Вальверде уже сел в запас. Когда мне пишут, собери Де Йонга, парни. Де Йонга у меня никуда не встает. И тем более, дождитесь завтрашнего видео, вы поймете, что туда еще один человек очень хорошо хочет влезть. О чем мы будем дальше думать? Маркизио попался на замене, Варан сел, Ван Дайк у нас на центре защиты, по остальным будем смотреть уже по итогам матча. Аренды я не хотел использовать, по-моему, в пару матчах я просто вытаскивал Далглиша для того, чтобы он помогал камбэкать, когда последние минуты и Холланда не хватало на эти самые минуты. Ну и идем далее проверять эту самую схему и тактики и задачи уже в отборах к ВЛ. И будем наблюдать. Смотрим, как ЛЗ подключается, подключает Беста, Бест на своем дриблинге. И посмотрите, какой пиздец забивает у нас игроки. Очень-очень, сразу предупреждаю, пинг крайне плохой. У меня 60 плюс постоянно пинг. И то, что игра будет фризить, то, что я буду иногда от меня мяч будет как от говна отлетать, привыкать, я уже привык. Так как у нас схема позволяет играть в атаку, я постоянно буду играть в атаку. Тем временем, пока я общался, у нас Роналду уже делает дубль. Дальше один мяч забивает Неймар, еще один забивает Бест, то есть... По сути, как и говорилось, да, вот у меня Канцело подключается, Неймар здесь, все четыре атакующих игрока здесь, ну и Роналдо, парни. Роналдо, он стоил мне где-то 520 тысяч, ну полляма. Он окупил каждую монету. Завтра увидите его стату за 30 матчей отборов и саму ВЛ, саму Champions. У меня лучшего завершителя не было. Очень долгое время я охерел. Ну и посмотрите, какие голы мы пускаем. Опять-таки, не удивляйтесь, это нормально. Я уже опять-таки привык. Что касается схемы, задач. Играем максимально по мете. Заходим с полуфлангов, заходим с флангов. Вспоминаем, что эта схема как раз-таки про заходы. То есть мои два форварда это как раз-таки завершало. Я им даю, они выходят, они бьют. За Роналдо преимущественно пытаюсь бить внешней стороной. Тривеллу у него есть на этот трейд, у него очень хорошо летят эти удары. Ну и то, как он на угловых себя чувствует. Я думал, что Варан крутой, я думал, что Холланд крутой на угловых. Но то, что Трейблейзер Роналдо творит на форварде, опять-таки, да посмотрите на эти отскоки, это пиздец. Это пиздец, как говорил философ.
То есть тебе приходится создавать моменты, играть в раскаты, запускать через второго на третьего или забегать, что-то создавать. Соперника одна атака, один гол. Ну, тут банально раскат. Мы понимаем, что у нас 4 атакующих. Мы, по сути, играем в 4 форварда. То есть 4-4-2, но в атакующей третье ваши 2 форварда, ваши 2 крайка сужаются. И вот тут мы уже добиваем соперника с центра. Разыграл, обрезался, выход еще разок под рабочую ногу. Всегда под рабочую ногу. Для этого у меня Холланд стоит слева, для этого у меня Роналду стоит справа. Роналду бьет внешкой, Холланд бьет дальку на силу. Бест, у Беста просто шикарный дриблинг. Вот этот R1 дриблинг у него просто чумовой, золотой. Разрывает, вообще не спрашивая. Тут нам, конечно, повезло. Посмотрите, что творит игра. Посмотрите на это. Мы вот 1-0 выигрываем этот матч. На 92-й минуте соперник выходит 2-0, по сути. И тут игра в обе стороны, можно сказать, да, возможно. Вот тут просто прострел на пустые, гол 1-1, и мы уходим в дополнительное время. Тем более играю против знакомого. Это человечек вообще из Азербайджана, к слову. Мы списались после игры, и я весь матч в говне, просто в болоте, лютом, блин. Хотя пинг 60 показывает, да, домашнее, лютое дерьмище. Пишу ему, что у тебя, он пишет то же самое. Мы живем в одном городе. К слову, что не всегда пинг решает. Иногда, если серваки в очке, то, к сожалению, все в очке. В итоге он пытается на пустые. У него мяч идет вообще на второй темп, откуда он бьет изящный удар. И посмотрите, что творит мой защитник Баша. Она принимает мяч. Она принимает мяч. От нее мяч отлетает. Вратарь ложится, подкатывается под Башу. Она падает на мяч. Не успевает, добегает ЦЗшник, который должен выбивать этот мяч, перепрыгивает КЗ, заходит в ворота, вратарь идет пиздить ЦЗшника. Блять, что это нахуй? Ну, если бы здесь этот мяч еще и в ворота зашел, вы же представляете, насколько бы я сгорел в этом моменте. Ну и посмотрите вот на это. Следующий же матч. Посмотрите, что творит у меня. Это, к слову, про пинг. Вот 63 у меня показывает, но тут не 63, оно ощущается как ебаные 120. Вот принимает Блан мяч. Посмотрите, что творит Руни. На! Все, нету Блана. Нету Блана. Вот зачем я его брал? Далее он бьет. Он бьет в позицию, где стоит вратарь. Причем бьет плохо. Посмотрите на Алисона. Посмотрите на мяч и посмотрите на Ван Дайка. Такие моменты остается просто понимать, что сейчас будет сложно, сейчас тебе придется играть и против соперника, и против самой игры, и идешь уже пытаешься раскатывать. И смотрите, какие мы пытаемся делать комбинации, но с реализацией, конечно, беда, надо бить на силу, в таком коннекте нельзя тонко. Ну, так как пропустили говно, как бы и пошли забивать говно. У нас Блан за пропущенный гол отыгрывается свою ошибку. Дальше Ван Дайк решает, что не одним Бланом мы сильны, и привозит еще тупее гол. После чего соперник получает красную, и я выпускаю Далглиша. Почему это происходит? Я уже говорил в одном из видосов, что если соперника красная, жди беды. Жди беды, потому что вот после красной он играл, то есть он забивал какую-то залупу, только из-за того, что я привозил двумя ЦЗшниками. Дальше он в меньшинстве играет лучше. Но вот у него удаляется игрок, и он играет, и у него все летит. Я понимаю, что сейчас игра будет меня убивать. Меняю сразу Холланда, выпуская арендованного Далглиша. Вылетаем с центра с кикоффа, и смотрите, что творит Далглиш. Ну, это просто чума. Собирать я его, конечно же, не буду за 2 миллиона монет, но на 5 матчей он, конечно, неплохо так залетел в состав. Смотрим дальше за атакой соперника. Все, все шикарно. Все, что у него не получалось 50 минут. После красной карточки у него все шикардос. Ну и дальше мы подключаем АЗ-шника из глубины. Она бежит до конца. И вот. И вот зачем я, по сути, ставлю сбалансированную атаку на своего ЛЗ. Шикарная, она просто шикарная. Продолжаем пытаться вернуться. Счет тем временем 3-3. И посмотрите, что творит снова Далглиш. Вот не зря человек вышел,
Ну, как раз таки, я его, по-моему, 3 или 2 раза вообще выпускал, и он все разы выходил и просто спасал мне игру, как раз таки, вот своими этими голами, на микроконтролем и очень-очень легкие в управлении, даже в болотном пинге, на удивление. Дальше я пытаюсь срубить соперника, потому что понимаю, к чему идет дело, и смотрите, жму прессинг 3 игроками, то есть сам вручную прессингую, еще закрываю 2 с дабл тапер 1 игроков, и дальний у меня перекрыт, я это вижу, и смотрите, что происходит. То есть я перекрываю, и в момент паса у меня просто игрок отпускает того, кого он держал, выкат на пустые ворота, и соперник сравнивает 4-4. Но не тут-то было, снова подключаем нашу ЛЗ, из глубины Ван Дайк запускает, и смотрите, что она творит. Боже, бля, если вы не собрали эту карту, парни, земля пухом. Это просто шедевр, я кайфую от каждого ее подключения к атаке. Выигрываем тот матч, идем дальше, закидка с центра поля от Де Брюйне, снова получает у нас мяч Бесс, и на своем микроконтроле, на своем R1 дриблинге, дальше Холланд зашел, Баша улетела уже мимо поля, ну то есть постоянно агрессивно, видите, это через 2-го на 3-го опять-таки заход, когда запускается Неймар, изначально в момент паса, то есть смотрите, обратите внимание, раз в его направлении с L1 отдается указание забегать, он начинает забег, соответственно, мы отдаем на 3-го и в 1 касание пытаемся ровно в тот момент, когда он будет на линии с защитой, сделать закидку для того, чтобы соперник никак не среагировал. Ну и он никак не среагирует на забегающего, он никак пока развернется, пока успеет. Ну и Неймар тут выдает просто шикарную передачу. Если вы слышите вот этот шум за окном, у меня просто ветер сумасшедший. Извиняюсь за это. Соперник покидает нас после этого розыгрыша. Заходим к следующему сопернику. И здесь опять-таки, вот смотрите, Баша с углового начинает. Холланд, и снова она пошла. Пошла, зашла, выдала Роналду. Роналду зашел. Пытаюсь пробить внешкой, не получается, он делает изящнее, но дальше даже с такого мертвого угла, нерабочей ногой, но опять-таки это огромный мастер просто. Огром. Я не буду говорить, сколько он забил по итогу за 30 матчей, ну парни, там сумасшедшая цифра, учетом, что это все именно в Champions было забито. Ну и да, он тяжеловатый, но в моменты, когда вы L1, R1 дриблинг делаете, он... абсолютно управляемый. Угловые, опять-таки, угловые для него это как семечки, с учетом, как он всю свою карьеру, по сути, с головы забивался этих навесов и угловых, думаю, не секрет. 8-0 счет, и дальше мы попадаемся вот под такого соперника, где, то есть все, что было до этого, было тяжело, я понимал, что болотный коннект, я понимал, что очень тяжело, но вот в этом матче произошло просто апогея. Посмотрите, какие у меня такие дыры в обороне были, что я никак не мог их залатать. В итоге соперник, даже выходя 1-1, бьет отвратительно. У меня просто во вратаря. Он садится и просто сквозь него мяч проходит. Дальше смотрите на счет. 0-5 я сгорел этому сопернику. После 0-3 я вообще даже не играл. Я пытался ему написать. В итоге я ему написал, причем с целью, чтобы узнать, как такое возможно. То есть я... в течение всего матча видел, что я получаю мяч, и пока я отдам пас, он успевает добежать до моего адресата, перекрыть его, насрать ему на голову, потом вернуться ко мне, ударить меня и вернуться обратно перекрыть. То есть абсолютно на разных уровнях. Я добавляюсь к сопернику для того, чтобы узнать, какой вообще у него пинг, то есть с кем меня сконнектило. И в итоге просто, ну, вежливо спрашиваю, какой у тебя пинг, и жду уже от него ответа. Пока он пишет ответ, я как раз иду искать следующего соперника, и он пишет, что у него пинг 10. Я ему отвечаю, что у меня 62, 63 64, вот 72 прыгает, вы видите справа. Как нахуй я с ним коннекчусь? Вы же понимаете, что пинг 10 и пинг 60, на каком расстоянии эти страны друг от друга находятся? Как работает поиск, я не понимаю. Ну, обыграл, молодец. 9-1 счет, идем 8-1. Идем на последний матч уже играть. 10-й матч в отборах. И снова Неймар зашел с фланга, подключили Де Брюйне, выкаты.
очень большое количество голов, если вы заметили, прям до пустых ворот раскатывается за счет того, что 4 атакующих игрока, постоянно есть передачи, заходим по флангу, делаем дабл-тап в штрафную, дальше заходим на R1, делаем еще выкат до пустых ворот, и большинство голов как раз таки залетают именно с раската на пустые ворота. Вывели Холланда на ударную позицию, вывели под рабочую ногу, с L2 удар в дальку. Холланд должен быть левой. Гризман должен быть левой. Роналду должен быть правой. То есть вы должны понимать, что Решфорд должен быть правой. Еще один раскат. Снова выводим Роналду. Снова под правую рабочую ногу. И тривеллы в дальку. Выигрываем и этот матч. 4-1 заканчивается. По итогам делаем в отборах 9-1 этим составом и этой схемой в отвратительных условиях. То есть 60 пинг, болотный геймплей. Но... в принципе, сделали. По итогам в паках мне ничего не падает абсолютно, то есть за отборы я не словил ничего, но честно я даже не был бы расстроен, потому что ну перед как раз таки самими отборами, так как Маркизио поймал за 270 тысяч, по сути думал, что ну это компенсация. Кстати, в паке за 10 монет поймали рейтинг 89, ну да хер с ним. Ну и небольшой вот такой как раз таки для вас дополнительный пакетик. После того, как я отыграл как раз таки отборы, пошел, собрал еще две сборки на героя, так как Маркизио был доволен, Ну тут стандартно, тут рабочие, тут просто говна наложили. И знаете, когда вы открываете несколько, собираете легенд или героев и думаете, ну пиздец, наверное не стоило, наверное надо было останавливаться. И открываю следующее, и я не смотрю обычно, вот не открываю, нажимаю характеристики и просто без фото пытаюсь посмотреть, а что там выпал. И сразу вижу, что тут говно, переключаюсь, смотрю по статам и понимаю, что... Тут пиздец, и молюсь, чтобы это не был Карвалю или Маркес. И когда вижу золотой трейд еще и на блок, понимаю, что это, сука, Люсио. То есть, опять-таки, это 700 тысяч. Это один из лучших центральных защитников в игре. И он моментально залетает на место... на место как раз таки Ван Дайка, которого мы приобрели как раз перед Champions, и он идеально сюда встает. И мало того, что он сюда встает, опять-таки максимальное количество лайков, завтра будет видео, и вы увидите по итогам, кто встает сюда, а поверьте, туда тоже нормальный такой человечек выпал, и еще кто потенциале может сместить состава либо Де Брюйне, либо Пирло. Я охерел на самом деле. Мне по итогам этой ВЛ выпало ну где-то, ну чтобы не спиздеть, больше полутора миллионов. На этом все. Надеюсь, было полезно, надеюсь, было интересно. Опять-таки, я не спал, вот я сейчас только закончил 2 часа назад, смонтировал, сел, записал для того, чтобы в понедельник видео было у вас. Не забудьте поддержать лайком, а также не забудьте, что есть телеграм-канал, где постоянно дополнительная информация, дополнительные материалы, я там почти всем делюсь. И также есть Boosty, на котором вышло новое видео про как раз таки глубину 71, там вышло 20-минутное видео с разбором, как играть против нее, что вам поможет как минимум в Champions и в отборах. А на этом все. Берегите себя. Еще услышимся. Пока.